Дарья, здравствуйте. Расскажите о себе, почему вы выбрали профессию преподавателя английского языка? Здравствуйте. Я выбрала преподавание, потому что я подумала, что это будет для меня лучшим способом и наиболее комфортным способом работы. Я думала о разных сферах, но преподавание, я считаю, мне больше всего подходит, потому что я люблю общаться с людьми, мне нравится рассказывать им что-то интересное, и мне нравится английский язык. Я его изучаю уже на протяжении долгого времени, и на данный момент, работая преподавателем, я получаю колоссальное удовольствие, честно говоря. Почему выбор пал именно на удаленную работу? Что послужило причиной именно перехода на такую форму работы? Дело в том, что помимо преподавания я еще учусь в университете, и у меня довольно много учебы, и совмещать ее с работой офлайн и с фиксированным графиком для меня крайне неудобно, поэтому наиболее оптимальным вариантом для меня стала удаленка с гибким графиком. А какие плюсы, с вашей точки зрения, существуют именно в удаленной работе в школе Skyeng? Как я уже ранее отметила, это удаленка. То есть можно работать в любом тихом месте, будь то антикафе или у себя дома. Также гибкий график позволяет наиболее оптимально сочетать и личную жизнь, и работу, и учебу, и везде успевать. Какие курсы обучения вы уже прошли в школе, и что вы знаете о повышении квалификации для преподавателей у нас? Я знаю, что Skyeng предлагает массу вариантов для постоянного саморазвития, для преподавателей. И, в частности, я проходила курсы по индивидуальному обучению и также проходила курсы повышения квалификации для того, чтобы я могла преподавать студентам более высокого уровня английский язык. Сколько у вас учеников и есть ли любимые ученики? Забавный вопрос про любимых учеников. Любимых учеников у меня нет, потому что мне кажется, что лишние эмоции и чувства могут снизить качество подачи материала, преподавания, обучения. И я, в принципе, стараюсь находить каждому индивидуальный подход. Что больше всего вам нравится в работе в школе Skyeng? Во-первых, мне нравится гибкий график. Во-вторых, мне нравится то, что я могу индивидуально работать с каждым студентом. И также в Skyeng мне не нужно тратить много времени на подготовку материалов, потому что они уже все есть на платформе. Какие у вас планы на будущее? Собираетесь ли вы продолжать преподавать онлайн? Пока что да. Собираюсь продолжать преподавать онлайн, потому что мне это нравится, и мне удобно совмещать таким образом учебу и работу. В дальнейшем, возможно, буду совмещать преподавание офлайн и онлайн. Спасибо огромное.